Приветствуем вас, уважаемые телезрители. Сегодня 29 апреля. В эфире программа «День веков». Хронограф. В 2000 году Германия передала часть янтарной комнаты России. Янтарной комнатой или янтарным кабинетом называют один из залов Большого Екатерининского дворца в Царском селе. Все ее роскошное убранство изготовлено в начале 18 века в Пруссии и подарено королем Фридрихом Вильгельмом I Петру I, знак особого расположения к России. Правда, при жизни Петра янтарный кабинет так и не был установлен. В 1746-м убранство было дополнено и смонтировано в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге. И в 1755-м перенесено в Царское село после многочисленных дополнений. Янтарная комната – это невероятно ценный музейный экспонант, имеющий огромное историческое и культурное значение. Увы, во время Великой Отечественной войны фашисты вывезли все дорогое убранство янтарной комнаты в Кёнигсберг. И дальнейшее